Друзі, вітаю! Продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Сьогодні спілкуємось з Максимом Нікітіним, кропивничанином, який проживає у Польщі. Він нам розповість про те, як наша країна-сусідка підтримує Україну у війні з Росією. Максиме, вітаю вас! Добрий день! Максим, у нас ефір відбувається з нашими земляками у різних куточках світу. І ось з вами, який знаходиться у Польщі, людина, яка знаходиться у Польщі, ми спілкуємось лише зараз. Хоча Польща – це країна, яка без перебільшення, напевно, найбільше допомагає українцям з точки зору простих людей. Всі поляки, напевно, відгукнулись на нашу біду і допомагають нам. Розкажіть, будь ласка, ви як людина, яка там зараз знаходиться, яка все бачить на власні очі, яка перебуває там і бере участь у допомозі України, як прості поляки допомагають українцям? Польща, на самом деле, ніколи, наверное, ще не була такою сплоченою в плані підтримки людей, тому що я, наверное, не знаю ні одного поляка, який не вложився в допомогу українцям, починаючи від самих простих, закінчуючи большими, скажем, начальниками. Сейчас очень много инициатив в разном бизнесе. Они поддерживают, как могут, беженцев с Украины, поддерживают финансово волонтеров. И, как мы знаем, в Польше очень большая диаспора украинцев. И, естественно, мы работаем вместе с поляками, и для нас это большое горе, то, что случилось у нас дома. И они все разделяют это. Например, моя начальница дала мне машину свою, как в первые дни войны, когда мы поехали на границу помогать беженцам. Все они собирают вещи, продукты, помогают финансово. Очень много компаний делают всякие такие системы, когда, например, сотрудник может заплатить 100 евро, а компания дополняет еще 100 евро, и в целом выходит 200. Также они сами тоже делают переводы на счета волонтерские, на счета помощи беженцам в Украине, потому что Польша уже приняла, мне кажется, больше 2 миллионов человек. Только Краков и Варшава приняли около 300 тысяч человек. И сейчас, например, я знаю, что происходит в Мазовецком воеводстве, это там, где Варшава. То есть мэр Варшавы помогает учителям, врачам находить работу. Также просто обычный бизнес, такие магазины, как АТБ, например, в Украине, они нанимают на работу беженцев из Украины без знания никакого польского. Они говорят, что люди тебе помогут научиться польскому языку. И на самом деле у меня под домом работает одна такая беженка с Одессы. Она ничего не может сказать по-польски, но люди сами подходят, сами помогают ей, выбирают там продукты, которые она должна пробить. То есть они делают все, что могут. Поляки очень тепло встретили нас и стараются помочь, как могут. Я знаю, що в багатьох країнах через те, що дуже багато українців туди поїхало, така виникла проблема з тим, що немає житла, і складно знайти житло, і складно знайти роботу вже навіть там корінним жителям цих країн. Наскільки в Польщі ось ця ситуація з вимушеним переселенням змінила там ринок праці загалом? В целом, мне кажется, в Польше намного больше работы, чем желающих работать. Поэтому в Польше людям не будет проблематично найти работу. Только надо помнить, что в Польше это не только Варшава и Краков. Есть еще Вроцлав, Гданьск, Ольштин, Шчецин. Много очень больших городов, в которых люди готовы также помогать, как в Варшаве и Кракове. Но туда это чуть-чуть дальше надо ехать, и там больше места и возможностей работать. Поэтому мне кажется, что нужно чуть-чуть разъезжаться из Варшавы куда-то чуть дальше, потому что Варшава, 300 тысяч для такого города – это уже много. В Кракове, например, все население Кракова плюс агломерация – это 900 тысяч, и они приняли 300 тысяч. То есть каждый третий человек – это беженец. Каждый четвертый, получается, если в общем.
Поэтому найти работу можно, правительство помогает. Правительство тоже сделало изменения в законе тем, что есть такая программа, называется «Пенсит плюс». Это финансовая помощь всем детям до 18 лет. И они включили в эту программу тоже украинских беженцев. То есть каждый родитель, который приезжает на территорию Польши, может сделать себе PESEL, это идентификационный код по-нашему. И на этот PESEL они могут заапликоваться на помощь, и каждый ребенок будет получать в месяц по 500 злотых. А наскільки тривалим є цей бюрократичний процес? Тому що в деяких країнах дуже довго проходять цю процедуру українці. Я думаю, около місяця. Я точно не знаю, але діло в тому, що зараз ще дуже багато юристів готові допомагати безплатно, що дуже немаловажно. Також в кожному урзонді це місце, куди треба приходити і апликоваться на разные программы, на PESEL и так дальше. Все переведено на украинский язык. Есть волонтеры, которые помогут разобраться с языком. И, как правило, даже люди из-за нашей большой диаспоры там понимают украинский язык. То есть я, например, когда переезжал в Польшу, то я пришел первый раз в Ужгород, и со мной говорили по-польски, я отвечал по-украински, и мы друг друга поняли. Між нашими мовами дійсно багато спільного. Якщо говорити про підтримку таку моральну, інформаційну, як часто зараз у Польщі відбуваються мітинги на підтримку України, і як на них реагує, зокрема, також багаточисельна російська діаспора у Польщі? Ну, зараз ради справедливості треба сказати, що мнення російської діаспори не дуже цікаве в Польщі. Поэтому, с другой стороны, есть тоже проблема в Польше того, что здесь очень много белорусов живет. И я хотел бы сказать всем нашим соотечественникам, что если мы приходим на какие-то пункты сбора там, еды, помощи, чего угодно, там не меньше белорусов, чем украинцев. И для каждого белоруса, который живет здесь, это такая же трагедия, как и для нас. И они помогают всем, чем могут. Беларусь в целом, надо понимать, что там есть один человек, который делает то, что он делает, и есть вся страна. Вся страна целиком и полностью за нас. Ми бачимо тут в Україні Польщу як свій дійсно братній народ, який розуміє весь біль України і намагається там і на державному рівні відстоювати наші інтереси. А як відбувається, наприклад, комунікація там Польщі, поляк з жителями інших європейських країн, зокрема, там, наприклад, є Угорщина сусідня, так, яка зовсім вибивається зі строю європейських країн у сприйнятті цієї війни. Чи є якісь, можливо, там сподвижки на ось цьому рівні? Сейчас, наверное, каждая программа новостей – это 80% времени рассказывает о Украине. Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Муравецкий делают все, что могут. Польша на государственном уровне поддерживает Украину как никто, наверное. Есть, конечно, с одной стороны, венгры, которые делают то, что они делают. И есть немцы, которые блокируют, как правило, все, что только можно. Но Матеуш Муравецкий даже шутил с немцами, что когда началась война, и он приехал в Германию на встречу с Шольцем, он же сказал: «Каски, серьезно, против России?» И они делают все, что могут. Я вчера даже читал новость того, что Польша, Литва и Латвия, кажется, Латвия и Эстония, они хотят закрыть свое дорожное соединение между Европой и Россией. То есть санкции не санкции, но ничего не доедет в Россию, если они закроют свои дороги для фур с российскими, белорусскими номерами. Як загалом до ось таких кроків влади рішучих ставляться самі жителі Польщі? Они поддерживают, они помнят, что Советский Союз делал во времена Второй мировой войны. Также все помнят Катынь, когда всю элиту польскую расстреляли просто.
И они не хотят, чтобы это повторилось. Потому что мы видим сейчас даже, я думаю, для каждого из нас вчера, мне кажется, это было, когда показали фотографии из Бучи, ну, это ж просто невозможно смотреть. И поляки, они все восхищены тем, что никто не верил, что Украина сможет такой отпор им дать. И если, наконец-то, Европейский Союз начнет действительно помогать не словами, а делом, не только одна Польша и Великобритания, которые стараются делать все, что могут, а все остальные сидят в сторонке, то тогда, я думаю, что будет другой исход этого всего. Мы и таких буш больше не будет. Ми теж на це дуже сподіваємось і не сумніваємось у тому, що за будь-яких обставин з такою підтримкою, ну, зокрема від поляків, ми точно переможемо. Дякую вам, Максиме, за ці гарні історії про вашу підтримку. Бажаю вам там успіхів також і сподіваюся, що незабаром зможете приїхати в Україну вже просто в мирну країну, до себе, додому, до рідних. Я теж дуже на це сподіваюся. Спасибо. До побачення. До свидання. Нашим глядачам я нагадаю, що в ефірі інформаційного марафону «Непереможний вітер» ми спілкуємося з земляками, які перебувають у різних куточках світу, говоримо про підтримку України у війні з Росією. Дякую вам.